Привет, друзья! Меня зовут Антон. Снимаем видеообзор для сайта flipup.ru. Сегодня у нас на обзоре детский мото квадро перчатки, перчатки защиты для детей от производителя Модека. Модека — это немецкий бренд с производством экипировки отличного качества. Одеть мне эти перчатки не получится, потому что они очень маленькие. Давайте рассмотрим их подробнее. Я думаю, в режиме нон-стоп. Сейчас одну я перчатку отложу. Давайте будем рассматривать на одной. Это кожно-текстильные перчатки, выполнены как взрослые защитные перчатки. В принципе, ничем от взрослых не отличаются, кроме размера. У нас часто спрашивали детские перчатки, вот мы их наконец-то привезли. Вентилируемые перчатки, скорее на летнюю пору, с защитой костяшек, защитой на пальцах и с хорошим ремнем регулировки в районе запястья. Перчатки продуваемые. Сделаны, внутренняя сторона сделана из кожи, внешняя из текстиля. Сеточка между пальцами для лучшей вентиляции. Дополнительные накладки, они тоже и для вентиляции, и для защиты. Вдруг будет ехать машина, вот от нее отлетит камень, чтобы ребенку не прилетел в руку. Есть вот эти накладки. Также большая защита костяшек. Защита идет на всех пальцах. Если вы вдруг захотите дать порулить малому квадроциклом, то кожаная накладка во внутренней стороне даст отличное сцепление с рулем. Будет очень удобно и комфортно. Также, если нужно затянуть поплотнее перчатку, то есть вот такая регулировка-липучка. Во внутренней стороне сделана резинка. То есть это простые перчатки, при этом с защитой. Раньше у нас таких не было, вот теперь они появились, рекомендуем их к покупке. Они стоят очень скромных денег, при этом дадут необходимую защиту ребенку, потому что эти перчатки сделаны по всем правилам, по всем канонам взрослых защитных перчаток. Видите, у них даже двойные швы. Хотя, по идее, ребенок как бы не будет падать и скользить на мотоцикле. Рекомендуем их к покупке. Также у нас есть детские черепахи, защита шеи, детские наколенники, локти, обувка. В общем, все, что нужно вашему ребенку, есть на сайте flipup.ru. Если видеообзор на перчатки вам понравился, то ставьте лайки и комментируйте. Если по мотоперчаткам чего-то непонятно, также комментируйте, мы будем отвечать на вопросы. Если видео совсем не понравилось, то переснимем его и выложим заново.